Всем привет! Меня зовут Вероника, и сегодня я для вас подготовила вот такие слитки. Слитки очень красивые, радужные, вяжутся совсем легко, несложно, справятся все желающие. Данные слитки я вязала на размер ножки 37-39, потому что платочная вязка очень хорошо тянется и подойдет от 37 до 39. Но я объясню, как эти слитки в данном видео связать на любой размер ножки. В данных слитках идет два шва. Один шов по подъему слитка и второй шов по подошве. Шов по подошве, нигде никаких выступлений нету, очень гладкий и аккуратный. Ваши ножки дискомфорта никакого не принесет. Слитки я вязала из пряжи Alizela на Gold Classic. Метраж данной пряжи в 100 граммах 240 метров. Прежде чем связать такие слитки, давайте разберемся с принципом их вязания. Слитки состоят из такой вот заготовки. Для каждого размера ножки заготовка будет разной длины. Регулируем только вот эти части под свой размер. Вот эту среднюю часть оставляем неизменно для любых размеров взрослых слитков. Ширину полотна также оставляем неизменно. Ширина полотна составляет 10 сантиметров. У меня для 10 сантиметров получилось здесь вот 18 петель. Если ниточка немножко потоньше, то может быть больше петель. Главное, чтобы вот эта вот ширина была 10 сантиметров. Вот эта вот средняя часть моя, если померить вот таким вот образом, получается 21 сантиметр. Если следок померить по контуру вот этой вот радужной части, это получается 24 сантиметра. Вот таким вот образом, если померить. Самая главная величина это вот 21 сантиметр. У меня в этом мыске в средней части 7 клиньев. Мы этот вот мысочек, среднюю часть, вяжем укороченными рядами. И если посчитать по вот этим самым коротким дорожкам, вот один клин получается. Далее ищем самую короткую дорожку. Второй клин. Третий клин. Далее вот короткая дорожка. Четвертый клин. Пятый клин. Шестой, вот белая короткая дорожка. И вот короткая дорожка, седьмой клин. В каждом клине получается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 дорожек. Каждая дорожка меньше предыдущей. Получается, это самая длинная дорожка, вот это вот самая коротенькая дорожка. Между клиньями идут вот платочная дорожка, разделительная. Разделяет два клина между собой. Первый клин и второй клин разделяет вот белая платочная дорожка. Второй и третий клин разделяет желтая платочная дорожка. Вы, получается, данные клинья вяжете, если у вас плотность вязания другая, нежели моя, либо ниточка другая, спицы могут быть другие. Главное вывязать полученные сантиметры. Если у вас для вашего количества сантиметров надо провязать 8 таких вот клиньев, тогда вяжите 8. Если меньше 6 клиньев вам хватит, тогда получается вяжите 6 клиньев. Главное, чтобы сошелся этот мысочек по сантиметрам. Что касается вот этих вот двух частей, они идентичные, но для каждого размера ножки вот эти вот две части будут разные по высоте. Получается, я мой следок вяжу на размер ножки 37-39. Я возьму средний размер 38 между этими размерами. И для моего размера 38 соответствует длина стопы 24,5 сантиметра. Я в уголочке вставлю таблицу, где для каждого размера ножки представлены длина стопы в сантиметрах. Вы смотрите для своего размера ножки. Получается 24,5 сантиметра я умножу на 2, так как вот моя заготовка получается с двух сторон. 24,5 сантиметра умножить на 2 это 49 сантиметров. От 49 сантиметров
Я отнимаю 15% на растяжение, так как вот платочная вязка очень хорошо тянется. И это у меня получается 42 сантиметра. Получается, моя заготовочка должна быть 42 сантиметра. От 42 сантиметров я отнимаю 21 сантиметр на вот эту вот часть. И это у меня получается 21 сантиметр. Получается, 21 сантиметр я делю на две части, так как у нас вот одна часть и вторая часть. И получилось, вот эти наши части должны быть по 10,5 сантиметров. Получается, эта часть 10,5 сантиметров, эта часть 10,5 сантиметров, и эта часть 21 сантиметров. Если сложить эти все три части, это получится 42 сантиметра. Вы рассчитываете таким же образом для своего размера ножки. Надеюсь, что принцип вязания данных слитков вам понятен. Берем пряжу, спицы и приступаем к вязанию вместе со мной. Обычным способом набора с помощью длинного хвоста я буду набирать на 2 спицы 18 петель. Набираю на 2 спицы, чтобы край мой был эластичен. Далее начинаем вязать. Первая кромочная петля снимается, и далее все петли мы вяжем лицевыми. Последняя петля будет на протяжении всего вязания провязываться изнаночной петлей. Второй ряд идет по изнаночной стороне. Первую петлю кромочную я снимаю и далее обратно вяжем все петли лицевыми. Последняя петля вяжется изнаночной. Мы с вами провязали 2 ряда. Итак, мы далее вяжем прямым полотном на высоту, которую мы рассчитали в самом начале видео для вашего размера ножки. Я буду вязать для своего размера 20 вот таких вот платочных дорожек. Это у меня составляет 10 сантиметров. Вы вяжете вот именно это полотно на такое расстояние, которое вы рассчитали для своего размера ножки. Получается, далее третий ряд обратно вяжем первую петлю. Петлю снимаем и далее все петли мы вяжем лицевыми. Последняя петля кромочная. Итак, вы далее вяжете. Встретимся, когда вывяжем необходимое количество сантиметров. Я провязала первую часть моего слитка. У каждого эта часть слитка будет разная в высоту. В ширину примерно делаем эту часть одинаково для всех размеров взрослых слитков. Это должно примерно получиться 10 сантиметров. И далее мы с вами начинаем вывязывать серединку слитка. Получается, в данной серединке идут 7 клиньев. И эту серединку делаем для любых размеров взрослых слитков одинаково. Регулируем только боковые части. Можно вот эту вот закономерность просматривать. Вот идет самая длинная полоса, а вот эта вот самая короткая. Вон наш клин закончился. Получилось в клине 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 полос. Вот это вот разделительная полоса. И далее 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 полос. Вот самая короткая полоска. И таких клиньев у меня здесь 7 штук. Вяжутся они укороченными рядами. Приступаем к вывязыванию клиньев мазка. Получается, присоединяем ниточку желтого цвета. У нас будут идти голубой, желтый, белый. 3 цвета. Нитку голубого цвета я не обрезаю. Берем ниточку желтого цвета, никаких узелочков здесь не завязываем, просто потом этот кончик спрячем по изнаночной стороне. И теперь вяжем укороченными рядами первый клин. Первый ряд, первая петля кромочная снимается, не провязывая. И далее вяжем желтой ниточкой все петли лицевыми, не довязывая до конца ряда 2 петли.
У меня на левой спице осталось 2 петли, я вязание мое переворачиваю. И теперь будем вязать в обратном направлении. Первая петля снимается, она у нас кромочная. Для того, чтобы между петлями дырочки никакие не образовывались, я вот нитку желтую завожу за спицу и петлю вот так вот перекручиваю, чтобы у меня получилась раздвоенная петля. Из одной вот желтенькой петли получилось 2 голубые петли. Натягиваю очень-очень хорошо. И далее я вяжу все петли лицевыми, также желтой ниточкой, последняя петля кромочная вяжется изнаночной. Два ряда желтой ниткой мы с вами провязали, присоединяем нить белого цвета, и у нас будет идти третий ряд. Первая кромочная петля снимается, не провязывая, и далее белой ниточкой вяжем, уже не довязывая, 4 петли до конца ряда. Вот у меня на левой спице получилось 4 петли, 1, 2, 3 петля раздвоенная и 4 желтенькая петля. Вязание переворачиваем. Первую петлю кромочную я снимаю, не провязывая. Обратно белую ниточку завожу под спицу. И петля у нас вот была беленькая и раздвоилась на 2 желтенькие петли. Нитку хорошо рабочую затягиваю, чтобы дырочек никаких между петель не образовывалось. И далее вяжу все петли лицевыми. Последняя кромочная. Это мы вяжем 4-й ряд клина. Вот здесь вот кончики, которые мы присоединяли нить, и вот этот наборный, прячем по изнаночной стороне самостоятельно. После белого цвета у нас обратно идет голубой цвет. С изнанки я беру ниточку голубого цвета и буду сейчас вязать. Первую петлю кромочную я снимаю, не провязывая, и далее я вяжу все петли лицевыми. Получается, не довязывая, уже 6 петель до конца ряда. Или можете ориентироваться, пока у нас не останется одна петля предыдущего цвета. Вязание перевернула на изнаночную сторону, первую петлю я снимаю. И также из этой петли делаем 2 белые петли. Переносим ниточку под спицу и хорошенько нить натягиваем. У нас получилось 2 петли, петля раздвоенная. И далее вяжем все петли лицевыми, последняя петля кромочная. После голубого цвета я беру ниточку с изнаночной стороны желтого цвета. Первая петля снимается, не провязывая. И далее я вяжу ниточкой желтого цвета, пока у меня в конце ряда не останется одна петля предыдущего цвета. Вот у нас осталась одна петля голубого цвета, предыдущего, перед желтым. Я вязание мое разворачиваю. Первую петлю желтую я снимаю, не провязывая, натягиваю петлю так, чтобы она раздвоилась на 2 голубые петли. И далее вяжу все петли лицевыми, последняя кромочная петля. Два ряда желтой ниточкой я провязала, теперь беру обратно, у нас идет после желтого белый цвет. Беру белую ниточку и далее первую петлю я снимаю и вяжу все петли лицевыми, пока у меня в конце ряда не останется одна петля предыдущего цвета, либо до 10 петель в конце ряда. Либо можете вот пересчитать. Первая, вторая, третья раздвоенная петля, четвертая, пятая раздвоенная, шестая, седьмая раздвоенная, восьмая, девятая раздвоенная, десятая. Переворачиваю вязание, первую петлю я снимаю, натягиваю ниточку, чтобы она у нас раздвоилась на 2 желтые петли. И далее вяжу все петли лицевыми, последняя кромочная. С изнанки беру ниточку голубого цвета и будем сейчас два ряда ниткой голубого цвета вязать. Первая петля кромочная.
Далее вяжу все петли лицевыми, пока у меня не останется 12 петель на спице, либо 1 петля предыдущего цвета. Переворачиваю вязание. Первая петля снимается, не провязывая. Натягивается петля таким образом, чтобы у нас получилось 2 белые петли с 1 голубой петли. И далее вяжем все петли лицевыми, последняя петля кромочная. После голубого идет ниточка желтого цвета, первая кромочная у меня снимается петля. Далее вяжем все петли лицевыми, не довязывая уже 14 петель до конца ряда, либо пока у меня на левой спице не останется 1 голубая петля. Вязание мое переворачиваю, первую желтую петлю я снимаю не провязывая, натягиваю петлю так, чтобы у меня из этой петли получилось 2 голубые петли. Далее вяжу вот 2 желтые петли. Петли и кромочная. Мы с вами вывязали один клин в мазке. Он у меня получается состоит из 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 платочных дорожек, либо 14 рядов лицевыми петлями. Дальше после клина свяжем разделительную платочную дорожку между клиньями, либо 2 ряда ниточкой. Получается, у меня по очереди идет белым цветом. Берем ниточку белого цвета, первая петля снимается, не провязывая. Далее вяжем все петли лицевыми, но смотрите, каким образом. Вот первую связали, вторую петлю связали. Далее у меня идет вот раздвоенная петля. Я подхватываю петлю за 2 желтенькие стеночки и провязываю ее лицевой. Следующая обычная лицевая. Далее у нас идет раздвоенная петля. Подхватываем спицей за 2 дужки голубым цветом и провязываем лицевой. По сути, мы с вами провязали как обычную лицевую петлю, но с помощью такого способа у вас не будет между петлями образовываться дырочек. Далее 1 обычная лицевая. Далее идет раздвоенная петля. Подхватываем спицей 2 стеночки белым цветом и провязываем лицевой. 1 обычная петля. Далее подхватываем спицей 2 стеночки желтой петли и провязываем лицевой. 1 обычная петля. Получается, далее подхватываем 2 стеночки голубой петли и провязываем лицевой. Обычная петля. Подхватываем, вот у нас идет в основании белая петелька, значит 2 стеночки белой петли, и провязываем лицевой. Обычная, 2 стеночки желтой петли. В конце кромочная. У нас сейчас должно быть на спице, так же, как мы с вами и начинали, 18 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. После того, как мы связали вот разделительный первый ряд, переворачиваем вязание и вяжем просто все петли лицевыми. Первая кромочная снимается. И далее вяжем все петли лицевыми, последняя кромочная петля. Мы с вами связали разделительную платочную дорожку между клиньями. Теперь повторяем этот же клин. Далее всего получается вот таких вот клиньев должно быть 7 штук. Первый клин мы с вами связали. Давайте начнем вместе вязать второй клин. После белого у меня идет ниточка голубого цвета. Первая петля снимается, и далее вяжу все петли лицевыми, не довязывая 2 петли до конца ряда. У меня на спице осталось 2 петли, переворачиваю вязание. Первую петлю я снимаю, натягиваю эту петлю так, чтобы она у меня раздвоилась на 2 белые петли. И далее вяжу все петли лицевыми, последняя петля кромочная. 2 ряда второго клина мы с вами провязали, теперь берем ниточку желтого цвета,
И далее вяжем первую петлю, я снимаю и вяжу все петли лицевыми, не довязывая уже 4 петли до конца ряда. Вот у меня на левой спице осталась одна петля голубого цвета, предыдущего перед желтым. Я переворачиваю мое вязание. Первую петлю я снимаю, не провязывая. Натягиваю петлю так, чтобы у меня образовалось вот две голубые петли из одной желтой. И далее вяжу все петли лицевыми, последняя кромочная. После желтого у нас идет белый цвет. Беру с изнаночной стороны ниточку белого цвета и вяжу первую петлю, снимаю. Все петли далее вяжу лицевыми, не довязывая одну петлю предыдущего цвета, то есть одну петлю желтого цвета. Либо у нас должно на спице остаться 8 петель. Вот осталась одна петля желтого цвета, либо 1-2. Третья раздвоенная, четвертая, пятая раздвоенная и шестая желтенькая петля. Переворачиваю вязание, первую петлю снимаю, раздваиваю петельку на две желтые петли и далее вяжу все петли лицевыми, последняя кромочная. Мы с вами вывязали 6 рядов второго клина, либо 3 платочные дорожки, вот первая, вторая и третья. Далее нам надо провязать во втором клине еще получается четвертую, пятую, шестую и седьмую дорожку. Всего у вас таких вот дорожек в одном клине должно быть 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Получается, довязываете второй клин до конца самостоятельно. Я довязала второй клин до конца. У меня вот получилось 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 дорожек во втором клине. Далее нам надо сделать разделительную платочную дорожку между клиньями. После голубого цвета у меня идет желтый цвет. Беру с изнаночной стороны ниточку желтого цвета и буду разделительную платочную дорожку вязать ниточкой желтого цвета. Первая петля снимается, не провязывая. Далее вяжем 2 лицевыми. Далее у нас идет раздвоенная петля. Я подхватываю эту петлю за 2 стеночки голубого цвета и провязываю лицевой. Одна обычная петля. Далее у нас идет раздвоенная петля. В основании лежит ниточка белого цвета. Подхватываю вот 2 стеночки ниточки белого цвета и провязываю лицевой. Одна лицевая петля. Следующая раздвоенная петля, в основании лежит ниточка желтого цвета, подхватываю вот 2 стеночки нитки желтого цвета и провязываю лицевой. Одна голубая петля, далее у нас раздвоенная петля, в основании лежит ниточка голубого цвета, подхватываю 2 стеночки голубой нитки и провязываю лицевой. И так мы вяжем до конца. Первый ряд желтой нитью связали, теперь вяжем второй ряд нитью желтого цвета. Первую петлю кромочную я снимаю и далее просто вяжем все петли лицевыми. И как раз можете проверить, чтобы у вас получилось ровно 18 петель. Смотрите, у меня здесь 2 клина. Вот первый клин. Далее идет белая платочная дорожка, это разделительная дорожка. И второй клин, разделительная желтая платочная дорожка. С изнаночной стороны вот эта вот косичка, где мы поднимали нитки по изнанке, очень ровненько, все аккуратно, только вот не стягивайте сильно, чтобы этот краешек был эластичен. И далее получается вяжете. 2 клина мы с вами связали. И далее нам еще надо связать 4 вот таких вот клина. Вяжем самостоятельно вот таких вот 4 клина, не забывая между клиньями делать разделительную полосу.
Я провязала 7 клиньев, давайте вот посчитаем, по самой короткой полоске. Вот первый клин, второй клин, третий клин, четвертый, пятый, здесь вот шестой и седьмой. Далее получается, я закончила вот желтой ниточкой вязать седьмой клин. Я желтенькую ниточку обрезала, она мне больше не нужна. Кончики далее спрячу самостоятельно по изнаночной стороне. Далее я свяжу одну полосу разделительную. Это получается ниточкой белого цвета. И далее продолжу вязать вот обычным ровным полотном оставшуюся часть. Первую петлю я снимаю, далее 2 лицевые, вот эта вот раздвоенная петля, подхватываю петлю за 2 дужки желтой петли и провязываю одной лицевой. 1 лицевая, раздвоенную петлю подхватываю вот за 2 дужки голубой петли. И так я вяжу далее весь ряд. Второй ряд белой ниточкой все петли просто вяжем лицевыми. Мы провязали 2 ряда ниточкой белого цвета. Белый цвет нам больше не нужен, ниточку мы обрезаем. У нас сейчас осталась только 1 нить рабочая голубого цвета. Давайте померим нашу заготовочку. Эта часть, как мы и рассчитывали, вот примерно 10,5 сантиметров. Серединка наша должна быть вот в таком виде 21 сантиметр. Если померить по контуру, это примерно вот 24 сантиметра, если вот по контуру. И далее я, получается, вяжу обычным ровным полотном, вот голубым цветом, также 10,5 сантиметров. Либо вот ориентироваться можно по платочным дорожкам. Вы ориентируетесь не на мои вот эти вот коленные, а на полученные сантиметры. Если, допустим, вы вяжете потуже, и у вас, допустим, 7 клинов вот эти вот составили меньше сантиметров, тогда свяжите еще дополнительно 1 клин. Далее, получается, я беру ниточку голубого цвета и буду вязать обычным ровным полотном. Первую петлю я снимаю, не провязывая, и далее все петли я вяжу лицевыми. Последняя петля вяжется изнаночной, так как она у нас кромочная. Получается вот таким образом, как с лицевой, так и с изнаночной стороны вяжем все петли лицевыми. Первую кромочную петлю всегда снимаем, последнюю всегда вяжем изнаночной. Вяжем так же, как мы вязали первую нашу часть литка. Я буду вязать 10,5 сантиметров для моего размера ножки 38. Вы вяжете вот эту вот часть далее на то количество сантиметров, которые вы рассчитали в самом начале видео. Вот я вывязала эту часть моего следка. Теперь нам с вами нужно закрыть все петли и сшить следок. Первую петлю я снимаю, вторую провязываю лицевой, первую петлю набрасываю на вторую и спускаю. Петлю провязываю лицевой, первую петлю набрасываю на вторую и спускаю. Петлю провязываю лицевой, первую петлю набрасываю на вторую и спускаю. И таким образом мы закрываем все петли, пока у нас останется вот такая открытая одна петля. Сильно край не затягивайте, чтобы он у нас был эластичен. Вот такой вот у нас край получился, и осталась 1 петля. Обрезаем рабочую ниточку побольше, чтобы потом сшить, получается, 1 шов и подошву, 2 шов. И протягиваем эту ниточку через петлю. Далее петлю затягиваем. Вот такая вот заготовочка у нас сейчас на данный момент. Приступаем к сшитию наших следков. Складываем деталь пополам и теперь сошьем 1 шов,
а потом второй шов по подошве. Я взяла иголочку с широким ушком и вдела мою рабочую ниточку, которую мы оставляли. И теперь смотрите, каким образом мы будем сшивать. Сначала вводим иголочку за две дужки кромочной петли с другой стороны и просто две стороны соединяем. И теперь получается, будем сшивать не за кромочные петли, а петли, которые идут между кромочной косичкой и платочной дорожкой, вот за внутренние петли с одной стороны и также с другой стороны. Вот петли, которые идут между кромочной косичкой и платочной дорожкой. Здесь вот обратно с одной стороны петли, которые находятся между кромочной косичкой и платочной дорожкой. И также получается с другой стороны. С одной стороны между кромочной косичкой и платочной дорожкой. И также с другой стороны. И таким образом мы сшиваем полностью весь шов. После того, как мы с вами сшили вот этот шов, такой вот ровненький, незаметный шов получился. Далее нам надо сшить вот эту вот всю подошву. Подошву будем сшивать немножко другим способом. Получается, вводим иголочку с изнанки на лицо за дужку от кромочной петли с одной стороны. И теперь со второй стороны, с изнанки на лицо, за дужку от кромочной петли с другой стороны. Обратно, за дужку от кромочной петли вводим иголочку с изнанки на лицо. И также со второй стороны. С одной стороны. И также со второй стороны. И таким способом вы сшиваете далее вот этот шов. Сшиваете, пока у вас в самом конце данного шва не останется примерно петель 6. По 3 петли с каждой стороны. Здесь 3 петли и здесь 3 петли. Встретимся, когда сошьем полностью весь шов. Вот таким вот образом у нас получился шов на подошве. Так он выглядит с лицевой стороны, данный шовчик. Аккуратный. Здесь, когда вот однотонная пряжа, практически незаметен. Вот таким вот образом он выглядит с изнаночной стороны. Никаких выпуклостей, ничего нету. Дискомфорта вашим ножкам никакого не принесет. У меня осталось примерно вот здесь вот 6 петель. Я продеваю иголочки сквозь все кромочные петли. Ниточку с иголкой рабочей вывожу на изнаночную сторону. И просто вот эти вот петли стягиваю между собой. Здесь вот этот вот шов разровняйте, чтобы был эластичный и ничего не стягивало ваш следок. После того, как стянули вот этот вот кончик, пару еще стежков прошейте, чтобы никакого отверстия наверняка не образовывалось. Получается, с лицевой стороны выглядит вот таким вот образом. И далее прячем нитку по изнаночной стороне самостоятельно. По сути, наш следок уже готов. Но я предпочитаю еще сделать обвязку, чтобы следок уверенно сидел на ножке. И данная обвязочка еще на пол сантиметра делает выше ваш следок. Поэтому берем ниточку желтого цвета, крючок примерно 3-3,5 мм, и сейчас мы с вами сделаем обвязку следка. Обвязывать я начинаю вот где мы делали шов. Ввожу крючок с лицевой стороны на изнанку. И вот делаю такую вот петельку с желтой ниточкой. И далее обвязываем по контуру наш следок столбиками без накидов. Вводим крючок в каждую кромочную петлю. Вот у меня на крючке получилось 2 желтые петли. И соединяем их между собой. Вводим крючок в следующую кромочную петлю.
Делаем вторую желтую петлю и соединяем их между собой. С данной обвязкой справятся все желающие. Вводим крючок в кромочную петлю и соединяем. Получается, обвязываем столбиками без накидов. Таким образом, каждый самостоятельно обвязывает на протяжении вот этой вот всей голубой части до нашей серединки, до белой, в моем случае, кромочной петли. Вот такая вот обвязка у вас должна будет получиться. Смотрите, я приступаю к моей серединке, и в серединке я немножко по-другому делаю. Также ввожу ниточку в кромочную петлю и соединяю эти две петли, как я делала ранее. И далее обратно я в эту же петлю ввожу крючок. У нас вот получается на крючке две петли и соединяю их между собой. Получается, где вот у меня цветные мои ниточки, я в каждую кромочную петлю делаю 2 столбика без накида. Здесь мы в каждую кромочную петлю делали 1 столбик без накида, а именно по центральной части 2 столбика без накида. Вот 1 столбик без накида из одной петли, из этой же петли 2. И вот таким вот образом я обвязываю серединку. Так обвязываем всю серединку до последней вот белой кромочной петли. Вот таким вот образом у нас выглядит обвязка посерединке. И далее я вяжу вот эту вот оставшуюся мою часть одним столбиком без накида. Вот одну петлю мы провязали. Вторую и так далее, как мы делали в начале нашего следка. Я дошла до начала, где мы начинали обвязывать следок. Ввожу крючок в желтую петельку и также между собой вот их соединяю. Далее делаем воздушную петлю. Край разровняем, чтобы не стягивало ничего. Обрезаем ниточку рабочую и продеваем сквозь эту петлю. Далее прячем все кончики по изнаночной стороне самостоятельно. Вот такая вот обвязочка у нас с вами получилась. Ну вот, мы с вами разобрались в вязании таких красивых следков. Если вам понравился данный мастер-класс, поддержите меня лайком. Если вы не подписаны на мой канал, обязательно подпишитесь. А мы с вами встретимся в новом видео. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока.